в общем, на наш третий день поездки мы взяли в прокат вот такой вот Opel, загрузились в него и поехали в сторону Свети Стефана. Короче, на очень крутой и красивый остров посмотреть. Сейчас мы находимся на видовой площадке. И посмотрите, какая красота. Вот здесь вот, смотрите, какая видовая площадка. И какой офигенный, обалденный вид открывается. А? В общем, мы приехали на пляж Свети Стефана. Здесь вы можете видеть вот те прекрасные красивые домики, которые мы с вами видели сверху. За въезд на запарковку заплатили 2 евро за машину. Вход для людей бесплатный. Видно, что не все паркуются на платной парковке, так же, как и у нас в России. Многие стараются ставить машину чуть повыше, чуть подальше, чтобы не платить лишних денег. Как я уже говорил, на самом острове находится отель, гостиница, и туда попросту туристов не пускают. Пускают только тех, кто там живет. Можно посмотреть там вот с забора. На входе стоят охранники, которые туристов обычно сюда не пропускают. Рядом с гостиничным комплексом есть неплохие детские площадки. И вот там туда уходит еще какая-то обзорная тропа, на которую мы, наверное, сейчас сходим. Кажется, здесь сказочно красиво вечером, когда фонари загораются вот эти. Вообще, наверное, очень. Вот в том месте, где заканчивается тропинка, начинается еще одна небольшая бухточка. Вот такой пляж. Очень туристическое место. Множество иностранцев гуляет здесь. Слышно немецкий, английский, черногорский, естественно. Много русского языка. В общем, мы покидаем Свети Стефан и отправляемся дальше.
приехали на самый юг Черногории. Это самый южный пляж и самый большой пляж Черногории, который находится недалеко от острова Ады-Баяны. На сам остров Ады-Баяны по понятным причинам мы не поедем. А вот на пляже немножко походим, посмотрим. Сейчас я вам постараюсь показать, как далеко он протягивается. Вот она, вся длина этого пляжа, то есть вот так вот береговой линии, вот до тех домиков в самом конце. Вот там уже начинается остров Ады-Баяны, а за ним Албания. У нас еще очень много планов и очень много мест, куда надо съездить, поэтому не будем здесь долго останавливаться, тем более море уже прохладное, покупаться у нас не получится. Увидимся дальше.